Излюбленные техники – темпера и масляная пастель. В Зале искусств расцветает весна от жительницы Ивантеевки Светланы Дедюк. Более 20 лет Светлана преподавала в московской школе с углубленным изучением изобразительного искусства. Цветы – это всегда красиво, да? То есть как бы любая женщина любит цветы. И когда она их видит, кто умеет это изобразить, то, конечно же, пытается изобразить, как он может. То есть я, когда расцветают первые первоцветы, всегда с детьми и сама пишу и сирень, что там у нас еще, тюльпаны, что еще бывает. Ну, в общем, нарциссы. Все, что вот это вот весеннее, оно всегда очень интересное. В коллекции авторских работ – пейзажи, натюрморты, портреты, но на выставке исключительно цветы. В экспозиции также представлены весенние рисунки детей, которые занимаются у Светланы Юрьевны в студии художники Совята при школе номер 8. Всего 10 детей. Первый год обучения есть мальчик, тетушка Весна. А кошки третий год обучения, тоже мальчик. Девочка второй год обучения. Ну, все очень по-разному, но успехи у всех очень хорошие. То есть они стараются. Те, кто пришли и начали заниматься, и идут до конца, то у них большой прогресс. Выставка «Весеннее настроение» продолжит свою работу в Зале искусств Центральной городской библиотеки до 4 апреля.